А я смотрю, что вот ваши работы, они как-то вот в унисон с вашим шарфиком. Или это просто тоже... Да вообще, как бы, знаете, я смотрю на вас, вы одеты нормально, по-человечески, в черном, а я выпендрился как-то немножко. Ну, вы же художник. Шарф немножко напялил, чтобы, знаете, как бы... Так что, это, я так понимаю, это ваша работа тоже? Это моя работа, которая, да, вот я не знаю, это интересно или нет. Нет, мне это интересно. Вам интересно? Ну, я вам это не дам, знаете. А из чего? Шелковые платки, которые я произвожу... А, то есть вы производите просто... Не я лично, а вот это в Италии производится на Лайкома. Знаете, мне просто в направлении хочу, и чтобы искусство вышло в какую-то понятную форму людям. То есть поэтому картина не просто должна... Вы про свое искусство говорите. Естественно. Да. Оно должно не просто висеть на стене, да, а как бы куда-то выйти. Там. Поэтому возникают гобелены, возникают этикетки для вина, возникают, на самом деле, вот эти шелковые платки, которые я делал, связанные с музыкантами. И вот эти конкретно, да, я делал для Бостонского симфонического оркестра. Был такой как бы заказ и идея сделать. Просто хочется выйти в другое пространство. И на самом деле это в принципе, я недавно интересно. В этой студии беседовал с Михаилом Швидким. Потрясающе. И вот от него услышал о вас, что вы делали для Растратчиков, у нас, да? Да, у нас есть связь, потому что сейчас же идет мюзикл «Растратчики» у Швидкова как раз. В театре мюзикл. И я сделал для них картину, которая является афишей, да? То есть, ну, идея восстановить саму... То есть это не, мы не про декорации говорим, нет, мы говорим только афиша. Про афишу. Помните, как вот раньше, в старые времена, то есть, ну, в старые, 19 век, да, там, Тулуз-Лотрек, идея вот... Плаката, она была очень хороша и красива, да, вот вкусный плакат, который рекламирует или говорит о действии. Вот это самое важное. И это, кстати, к сожалению, утеряно. Вот мы хотим, может быть, немножко восстановить эту традицию. Когда вы говорите «мы», вы кого имеете в виду? Люди. Ну вот мы как бы... Вот ну была... я думаю, нет, может я быть, бостонские художники, не, 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 может не, не. Быть... Это была идея восстановить вот в театре мюзикла. Слушайте, а можно я немножко откинусь как-то вот? Вы мне располагаете как-то сяду, как можете бы. Встать. Встать не пойду, на самом деле, никуда. Ну вот как так, да. Так лучше сидится. Хорошо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».